На прошлой неделе в квартире многоэтажного дома на Семипалатинской улице произошел пожар, в котором пострадала 82-летняя женщина. Она получила сильные ожоги. Женщина находилась дома одна. Она совершала молитву, используя при этом зажженные свечи. Вследствие неосторожного обращения с огнем, пламя со свечи охватило волосы и одежду пострадавшей. В результате произошедшего события гражданка получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних конечностей второй-третьей степени на площади 60%. Возгорание женщина потушила сама, затем вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу.